Как здорово, что вы не забыли мое имя с 2019 года. Последний раз я выступала у вас в 2019 году с шоу «Принимай меня». Кто был, кстати? Сколько новеньких? Сколько новых моих людей сегодня? А мои люди всегда со мной. Хочу сделать красивую фотографию на память. Давайте все сделаем сердечки.